если что, я смотрю, что у тебя будет. А, вот пошла картинка. Блять, ебаная реклама. Раз картинка пошла, уже хорошо. Картинка есть, давай пробуй, что у тебя с захватом там. Ну, так, сейчас демка должна быть. Ну вот демка. Все. Давай, погнали. Давай. Welcome to please, ребятки. Черепашки на двоих. Arcade Game. Ура! Какого хрена я вторым джойстиком? Вторым всегда играет, блин. Тот, кто в 8 приходит. Так, кто играет вторым джойстиком? Тот, кто приходит в гости. Ну и обычно играет хуже. А типа ты стримишь, значит ты... Я к тебе в гости пришел. Да. Ничего. Чё-то ты уже по щам получаешь. Надо отлетать свой. Чё-то они все тебя любят, не меня. Ох ты, как он мне потыкает, это ты видал? Короче, играем по фану просто, без всяких тренировок. Впервые кооператив в нашем исполнении. Что будет, то будет. В общем, да. Фейлы, по идее, да. Да ёпты. Да блять! Твою! Все-таки лаг есть небольшой. Да, что-то есть, малец. Или это может у меня беда? У меня вот не было на днях ни хрена. Слушай, блин, конечно бы неплохо бы вообще переключиться бы мне на другой, то есть на основной интернет, меня может роутер пошаривает. Чё, сбросим? Да хрен его знает. Ну давай пока посмотрим, пока вот еще терпимо. Не, блин, все мозги мне уже этот роутер выбил. Вот сейчас нормально. Ну как-то моментами бывает, он мозги начнет. Какого года эта игра? 91-го? 90-го. А тут графон, кстати, тоже выжили. Да не, нормально, кстати, спрайты не маленькие, то есть... Все, в принципе, нормально. Это вот первые черепашки, которые я вообще поиграл. Да, это тоже, кстати, первые черепашки. Они самые распространенные были. Никто не сделал супер. Я поиграл в них примерно, когда мне было года, наверное, 4. Да где-то так же. Поиграл на малюсеньком черно-белом телевизоре. Ой, не говори. На кухне в гостях у одного типа. Такая же хрень. Потом уже во вторые, которые я поиграл, были четвертые, Tournament Fighters, привез сын брата моего отца. Вот, приехал в гости, карты там в руки Tournament Fighters. Эй, а это я думал, я улетел. В общем, Manhattan Project я поиграл, по-моему, последний. Но мне нравится больше всего. Так, этих можно зажать. Вот так вот таким действием. Эй, не надо. Что ж, мы вот тут друг друга не бьем. Ну еще этого не хватало. Ну в третьей части есть такой режим. Да. Для садистов. Особенно на харде. Ну че, его надо ножкой. Да тут всех, по-моему, так надо. Ну как он меня подсёк, ой, блин. Да блять! Тогда кто-нибудь один его мочите. Есть... Давай, пока у меня им больше здоровья, я буду. Давай. Да блин, ну как чё всегда телефон начинает звонить, сука. Да ты надоел, твой телефон, выкинь его нахуй окошко. А, у тебя неплохо так вот хит. У меня немножко тактическая тема, я его мочу, а ты так это, ну, в принципе, я какого-то босса также мочу. Вот этого лучше бить по ногам.
Вот робокопа лучше бить по шапке. Да нет, вдвоем так по-любому кто-то урон получает. Ну да. Мочи. Тут в принципе жадничать не все. Сегодня фраг дает. Да, даже с этого. Вот, кстати, обидно, фраг не дают, когда убиваешь люком. А, не дают? Не дают фраг, надо, да. Вообще козлы. Я вот это, кстати, тоже проходил, заметил эти 50. А я что-то не замечал никогда. Я раньше тоже не замечал. Ай, погоди секундочку. Я вот так вот сделаю. Во. Да ебаный. Ай, спасите меня. Ну и вообще, любым окружением, по-моему, не дает практики. А вот эту бабу, которая у нас есть, у нее дает практики. Что странно. Да. Тогда мы вот так вот его убьем. Сегодня прихуел. Так, это нормально. Вот, кстати, блядь, в паловой версии... Это же самые редкие враги, наверное, в игре. Да нет, чем бывает. Они, по-моему, два раза за игру все встречают. Да вроде больше. Блин, все равно подлагивает. Пицца. Вот и пиццу здесь всего одну на двоих ложек. Ну, да вообще... Вот, кого-то придется кинуть. В аркадной, кстати, ложек 4 пиццы, даже если на 4 играют. Ну да, мы она и хардкорней. Ну, понятно. Ну чё, бери. Ладно, я как-нибудь. Лучше б где-то перед боссом положили. Ну. Бибоп здесь дерьмо полное. Ой, да, бибоп будет туго. Там места мало. Ну, мне эта машина бесит. Кстати, ну, вот это да. Когда удалось мне вот это его без потерь жизни убить. Когда я тогда пробовал. Обычно я-то на нем сливаю. Я не сливаю. Я первые 4 уровня обычно стабильно прохожу. У меня, по-моему, удавалось пройти эту игру вообще без смерти. Ну, это уже для меня за грани. Ну, крэнк именно самый сложный. Крэнк — это жопа. Так. Вот именно благодаря вот моей тактике на шредере, ну, на одного удавалось пройти, ибо после крэнга здоровья-то не восстанавливают. Да, вот что самое-то херовое. А, блин, думал, что это... Ай, блядь. Этот люк еще... Блин. Ну, сейчас, в смысле, так. Я имею в виду, что тут упасть-то можно во время битвы где-то запустить. Да, тут, блядь. И машина это полэкрана занимает. Так я тебе говорю, места мало. Ну чё? Давай я опять начну. Блядь, обои. Сука. Он ну, ко мне рвётся. Ну, блядь, погоди секунду. Да ну его. Да ёптую. На двоих он вообще жоп. Да блять! Он на двоих еще хуже, чем на одного. Да. Блять, не заметил. Слушай, я сейчас сдохну, выручай меня. Я пытаюсь. Эй, да я зрел. Ты видал, я его остановил последнюю секунду. Да твали козел! Главное, чтобы мы обои хоть по жизни снесли. Ой, я ладно, тут уже не знаю где. Ай, зря на него прыгнул. Блять, оба, я сдох. Так, давай тащи. Ну, уйди отсюда. Кто мне по тыкве дал? Там мне еще раз по тыкве дал. И еще раз по тыкве дал. Да блин, вот блять. Блять, сдохни. Тихо. Сдохни. Я сейчас сдохну. Тихо. Сам мочи тебе. А-а-а. Да твали. Выжил, ёпта.
Жесть. Жесть. Тут пофармить, кстати, можно. Да, мы тоже ограничено. Ну, это, конечно, у нас дерьмовая прох пошла, то есть, что мы сливаем. Я знал, что на этом деле будет. Да, блядь. Ну, все равно, конечно, под пингом играем, это дерьмово. Да, блядь. Да ты охуел? Они твои. Ну вот этот уровень надо затащить без потери. Он не сложный. Да, это тоже можно. Что ж, я тебя по прагам достал? Да ладно, чё? Да блин, чё? Жизнь, кстати, если чё, у тебя всё равно спичек. На мотоциклистах можно попарить, но там долго. А сейчас сколько-то посинее. На мотоциклистах? А, ну да. Вот этих можно как киноман. Да, 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 да. Можно. На тебе он, на тебе еще раз. Он тебя подрезал немножко. Босс, по-моему, здесь вообще самый легкий в игре. Да, Бахстер, стоп, ман. Да блин, внутри. Да не так что ж особо. Да блять. Да ёбаный. Ну ты типа прям получаешься сервер, да? Нет, сервер не я. Мы подключаемся оба к серверу. То есть у нас вообще одинаково, да, все? Ну, типа, да. Может быть, задержка у меня больше, чем у тебя. Да. Я не знаю, мы вот играли-то в серверу, все вообще было просто супер. Меня вот сейчас вот и... Мне кажется, это вот что-то от меня, потому что у меня и скайп что-то бывает вот подлагивает, не знаю. Не, ну сейчас может... нормально, вот до того, как мы начали стримить, тоже подлагивало. Так вот, хрен-то знает, может у меня действительно роутер начал буянить. Ну, тоже, кстати, фармить можно. Ну да, но тут из этих больше это... Да не, у нас здоровье до финала. Можно тут, ну, просто пенсию добавить. Там выйти играешь, врагов еще больше, и у вас спрайта больше, еще больше моргает игра. Да, да, уже приставка, если бы так не сильно удерживает. Нормально. Я, конечно, одну жизнь слил, но... Там без вариантов. Хорошо, что не две слили. Все, обед черепаши соп. Ну, давай. Ай, ты этого босса умеешь? Да, так тоже ножкой. Я не люблю два босса. Этот у меня чуть ли не знает. И вот того стила японского. Ой, это вообще жесть. Я не люблю уровень, тут мне не нравится ни музыка, ни графика, ни бросить, ни босс.
Это седьмой уровень, ты тебе говоришь, не нравится? Шестой, наверное. А, шестой, да. Тут же семь вроде уровней. Это же все еще какой-то, все третий сейчас. Второй. Это второй всего ли? А мы сейчас начали, третий вроде. Мне кажется, третий это канализация и зима. Как убили босса, так конец уровня. Да, да. Ну, так мы убили два босса. Убили Рокстеди, значит уже это третий. Канализация, зима, третий. Ну, да она относится ко второму, как 2-1, типа. Чё-то там Саня или чё-то написал в скайпе? Пакет. Сервер. У всех один. Подожди, у вас всё одинаково, сервер отдельно, всё. Да нет, из-за того, что может у меня что, интернет мозги парит. И из-за этого беда. Кстати, вот тоже пожалели они, вот либо места у них не хватило, либо пожалели, вот не хватило у них на заставочку, вот. Вылезли из канализации, а тут зима. Хоть заставки. Так, под тачкой можно прийти. Ничего не объяснили. Да, мне, кстати, до жизни осталось немножко. Да и тебе тоже тут. Достал. Ну, я получил жизнь. Их в углу также можно зажать, да и все. Не так-то лохи. Блять, да по таймингу-то считай. Так пролагалось. Блять. Чё-то я не глушу, чувак. Придется мне его дрюкать. Так, я так и рассчитывал. Ага, ты специально, да, тут злодей. Да ёбаный в рот. Ну ты просто всех направо и налево. Да, с... да, и потом получил сам. Так, ну ладно, давай я попробую. Ну, кто тебя взлюбил? Да ёбаный, да ёбаный. Да блять! Ну затри, ну в козёл! Иди нахуй. Тихо. Ты просил мат, на тебе мат. Да блять! Сука. Ой, я теряю. Тихо, сидит, блядь. Ай, сука, зря прыгнул. Да блядь, вот все на тебя вот реально прет, вот, сука, заебал. Да, вот это как-то надо подлавливать перед прыжком камня. Ой. Ой, тихо. Да тут не сложно. Он на одного вот это стоит на одном месте, ты только выбиваешь и бьешь его перед тем, как он камень должен бросить, и все. А на твоих, блин, опять дерьмо. Вот боссы тут, по-моему, на твоих, наверное, все сложные. Ну, кроме Бакстрестокмана, который так всем-то берет. Блин, он еще даже не мигает. Да за что? Мы тут ему нанесли-то два ударчика. Эй. Тихо. Блять! Вон до тебя дает. Да блин, ну, он туда... даже до сих пор не замигал. Ему, по-моему, уже ударов, наверное, добрых штук 30 скинул. Тебя он грохнул. Ну все, теперь твоя очередь, чувак. Да, блин, о! Нет, а вот твоя просьба! Он забегал! Я начну уже еще прошлое действие это срабатывает. Да слушай, я так-то у меня только картинка подлагивает. Блять, ты давай уже его добивай как-нибудь. Мама родная, он сейчас меня убьет.
Надо хлебнуть. Надо хлебнуть. Да не пройдем. Сколько тут контов? 3? Угу. Да нормально. Пришла весна. Вот видишь, а уровень все продолжается. Как я их видал обоих. Минус 2 одним ударом. Я так не получится. Ах ты, блядь. Ну, да, тебе осталось 4 штуки. За взрыв бочки тоже брать не надо. Тогда взрывать не будем. Я всегда наоборот старался взрывать как можно больше. Да я тоже всегда любитель взрывать. Брысь. Можно взорвать. Ну, когда уже всех поубивал. Так, вот эта тачка не по. Когда я первый раз поиграл в эту игру, вот на том телевизоре, я дошел до вот этого уровня. Ну, про супер удар на АБ я, естественно, не знал. Вот здесь, кстати, этого Бакстера Стокмана тоже, по-моему, одному гораздо. Можно! Но там надо, видишь, теперь нам надо обоим тогда будет вставать под ним. Ну, то да. Есть его. Он надо, чтобы он был над тобой. И он будет пускать эти хреновины. Не, ну и... на одного-то я знаю так. Да, на одного-то я тоже знаю, как его гасить. Кстати, я даю допетрил сам. Как он тебя размазал-то? Так, эта тачка поедет вроде. Да. Вот я их тоже, как киноман говорит, они мне реально напоминали, что будто они с пылесосами ходят. Так да, мы их так и называли, пылесосники. Да, это, по-моему, все так называют. Так да, какая-то ассоциация дурная была. Это он просто пылесос-ракета. Блин. Да блин, не сработало сразу. Да блять, ты прихуел что ли? Так, это тоже поедет. Да чё такое? Вот этих врагов, кстати, их, вот кроме того момента, как выезжает машина, так их... Они никогда не выходят больше двоих. Посчитали разрабы, что они так сильные, поэтому... Два хватит на экране. Да блядь! Да чё ты? Да вообще... Вот бывает, как ты входишь в такой вот... Раш, что ли, так... Да. Справа и налево. О, с троих аж. Ну все, побил мой кот. Злодей. Так, тут пицца. Блин. Ну да, да. Ладно, не. Блять. Вот, стой тут, все. Сейчас, да блять, он сука, дурыгался. Надо бы этот угол. Так было бы как. Надо одновременно обоим подпрыгивать или один? Нет. Там, видишь, надо занять точно пиксель. Блять, Саня звонит. Что делать? Погоди секунду, сейчас я это сделаю. Где мышка-то, блин, не та мышка. Чё это? Уже вроде поносил... наладилось. Вроде. Ну ладно. Mm-hmm. Так, ну давай. Вот мочи его там. Во-во-во. Всё, мочи. А я покурю. Я пока глоту кваску. Он что-то замекал уже даже. Что-то он вообще дохлый. Ну, вот именно... Видишь, он на меня тупо отвлекся и все. Нет, мы потому что стояли по одной этой прямой. А-а-а. То есть я только ниже стоял. Я над тобой стоял, поэтому он не двигался никуда. А когда вдвоем стояли, так
Да, то есть он тут как-то по-своему. Ну, а это мне все. А какого хрена? Недостоин! По-моему, ребят, мне вообще нормально слышно. Нормально. Ай. Тут как будто куда-то пропадаю. Вот согласись, мы в детстве обожали уровень на скейте и обожали да, уровень это да. На серфах. Хотя, по сути, они точно такие же, какие обычные, только под низом доска. Вы, ребят, вообще за чатом не следите. А ты там у нас на что? Я никуда вон прям. Ну мы играем, как тебе будем следить? У нас игра-то не маппет какой-то там. Будем фармить. Ой, куда ты? Еще рано. По поводу уровня со скейтами. Так все... Все только, конечно, бы здесь было бы нехило бы глюк показать. У меня центр джойстика там не нужна. А у меня тоже. Я уже пробовал. Не хочет никак. Этот глюк можно было бы где... Его нельзя сделать. Знаете вообще люди, что у вас сейчас 27 человек смотрят? Да откуда мы знаем? Ты там у нас на что? Вот ты спрашивал, вот они. Ничего не знаете, блин. Никуда без меня нельзя. Ой, не гони. Это твоя профессия, вот так что все. Ты у нас как Эйприл, мы тебя спасаем. Так, стоп. А, нет, еще рано. Или ты у нас сплинтер, которого мы будем спасать тоже. Хочешь быть старой крысой? Блять. Так, где-то сейчас тут ты был шредером. Ой, блять. Как он меня затроллил. Вот это. Ох ты, как мне повезло-то, ты видал? Да, блин. Вот если бы такую вещь сделали на уровне, где они на сноубордах катаются, прикольно. Вот это было все гадно. Подставил, вот здесь фармить, да? А я точно... Вот здесь фармить, да. Так до посинения можно фармить. Ой, только бы экран не скроллить бы. Блять, не в ту сторону. Сколько? До 300 по фарминг. Ну давай, так нам на так-то 400. Бля, я все промахнул. Ну так, я как говорится, душа компании. Ладно, пошли, хер с ним. Ты много молчишь для души компании. Ааа! Я забыл! Я вообще понял, что я сейчас всегда вверху. Ты ж меня обогнал. Я же не играю черепаху, у меня нет поэтому ничего того, что говорить. Ты не ниндзя-черепаха, ты ниндзя-гайдер. У меня не было вторых черепах в свое время. Были только Манхэттен Проджект и первые черепахи. А тут недалеко так осталось. Все, больше никаких не было. Вот так немножко осталось. Да по крыше. Да? Так они тут вот уже. Я лично их никогда не отбиваю. А в аркадной тут, там перед покрышками еще шипы стоят. И чтоб именно там так патрульки не стоят, враги не выпрыгивают из покрышек до тех пор, пока прям вот вплотную к шипам настолько. Вот так-то вот бы в аркадку бы нехило бы поиграть. Еще четвером. Да. А чё, можно так-то? Бендер пишет, вторая однообразная, так что ничего не потерял. Вот он этот твой. Так.
Блять, не получилось. А, ну, я не считал файтинг. Файтинг у меня тоже был. На NES реально самые крутые черепахи. Там реально и вторые хороши, и первые необычные, лучший порт. Даже не порт, а здесь оригинал, наверное. Кто? Чё ты порт имеешь в виду? Ну, первые черепахи не на NES впервые всего вышли. Не, первые черепахи, они были как порт с DOS-а. Да вряд ли. Они не были спорт, они присутствовали на других приставках. Они даже на ZX-Spectrum есть. Да я не думаю, что на DOS-е игра вышла впервые, чем на NES. Тогда просто вообще пиратский порт, вот черепах-то вообще пиратский порт не проходил. У меня скрины есть. Американская версия вообще не проходимая. Третий уровень не проходит. Но там физика вообще убогая. Да самый лучший по первым черепахам это самый, только на Неске, самый козырный. И по графену, и по физике, по всему ее. И только я ее могу один пройти. Не мог не выебнуться, да? Ну а как же? Вот нахрена вот они здесь врезались? Я не понял, они куда вообще врезались-то? Разгребляли, разгромили машину. Блять, не попал. Вот этот уровень сложный. Сплинты расперли. У этого робокопа в конце у него столько хп. Да там. Он такой. Блять. Он получилось. Самый живучий босс, но он блин, ой, его хп. Вообще жестко мочить. Это вообще он просто. Он моргает так долго. Вот всех вот когда начинает моргать. Так его мочит. Неудобно мочить, ты понимаешь? Бендер пройти до Шреддера это не проблема. Да блин, вот. Ну кстати, вот если одновременно бить, можно боем фраг получить. Просто если у тебя нету фарма, тебе будет сложно его гасить в конце. Если вот попрет так как надо, вот второй двойник второй не будет беситься, то блин вообще. Там просто... из-за того, что они оба могут эти свою эти хреновину включать, чтобы там, ну лягушку. Там тактика сбить двойника маску, а потом уже делать. То, ну я будет. Понял, да это тактика уже старая как мир, ёпта. Не, ну я имею в виду так как я его бью, если двойник. Ну может потом Манхэттен Прожект заодно еще в кооперативе пройдет. И мы еще это не прошли. А ты уже про Прожект давай. Мы себе поставим Манхэттен Прожект. Да я уверен у вас, я знаю, что вы пройдете. Ага. Вы же два хардкорщика. Два заслуженных хардкорщика. Все, мы заслужили звание картошечка, уйдем на пенсию. Все, пошли. Зарплату не забудь нам выдать. И премию. Да за выслугу. Да, да, да. Как меня все заебало. Че тебя заебало-то? Зарплату? Заебаешь что-то. Ты так не платил зарплату. Да, блядь. Вот этих хуевенных. Ой, блин, эти овечки. Да они так-то не сложны, но их надо четко подходить и бить. То есть проебешь удар, вот все. Да. А, я сейчас жизнь, кстати, получу. Да блять, я хуя ты. Опять трайпл килл. Хэт-трик епта. О, я жизньку получил.
Я крут. Да тебе остался тут пару чуваков. Да, эти вертолетики маленькие. А в аркадке он говорит, вопля, опять типа этот гигантский штопор. Типа, с намеком на то, что босс должен появиться. А, кстати, жар, ты как обосрался тут с этой хуйней. Да. Он реально обосрался. Я тогда смотрел, фу, блядь, даже третий эпизод не посмотрел. Да, в третьем эпизоде вообще все четко показано. Блядь. Да что такое? Блин, пицца тут опять же одна. Да нет. Упс. А, это ты жизнь получил. Да, пицца будет одна. Ну, ты спец по этому каменному блюдку, так что... Да ёб твою мать! Так что будешь его ты мочить. Ну ладно, если он будет на меня... А если он на меня, типа ты, да? Не, ну в смысле, блин, он, если на тебя, я попытаюсь... Да блять! Заебал. В общем, начну, просто, ну, его довольно напряжно. А вот следующий уровень ты должен быть спецкой. Там, блин, там тигры, скорпионы. Не, тигр без проблем. Там надо... Да. Тоже так. Да. Ну. Вам сейчас пиццу случайно не схватил. Я свою пизды. Блин, он до тебя тут не упал. Все, ты. Да куда ты прыгаешь? Ааа! Меня-то за что? Ой, блядь, все с ябовой! Да подожди, еще до... Нет, одной... Уйди нахуй! Он тебе решил отомстить. Блядь, сука. Да, он такой живучий. Ему надо там, блин, 100 ударов, наверное. Блять. Да блять, сука. Здесь вот Сплинтер вообще на крысу не похож лицом. Дал ему двойной удар на нас. Это хорошо. Да блять. Это реально, ну тут это. Вот так вот все. Сука. Надо так вот прям самый краешек его цеплять. Так вот. Он видишь, еще и не попал. Да. Что-то хуёво дело. Бля. Один раз полез и то получил. Ладно, я ещё пока 4. До двух, короче, бей, потом я буду сливать. Блядь. Да, дай. Давай, я. Хай. Да ты сейчас сдохнешь. Так, пофиг, по-любому, блин, кто-то из нас сдох. Я надо на это и расчёт уже был. Я Робокоп смотреть после этого не буду. О, замигал. Значит, осталось пару ударов. Да нифига, вот именно этот босс мигает. Да где он мало мигает? Он что за звездо? Значит, казалось, что он долго мигает. Нет, он так-то не очень. Ну, вот он то, что такой троллерский, сука. Вот тут он реально бесит. Да, ну, чтоб пиццу-то не взял, можно было бы умудриться и бежать, да. Шестой. Самый ненавистный мой уровень. Ой, да я его тоже не очень люблю. Кстати, из него какой-то из пиратских стритфайтеров задницу дёрли. А, ну да. Зато музло нормальное. Да отстой. Всех уровней самая дерьмовая. И музон, и уровень. Блять. Сука. Я тут этих гандонов просто ненавижу. Скорпионы.
прыгать. Скорп... Да, прыгать нельзя. Тут тоже люди зажимаются. Да, их надо зажимать здесь. Ну то я, когда на приставке играю, мне с этим вообще без проблем. Ты мне скажи, вот что это за хрень, вот эти красные, что это за табуретки? Фонари какие-то. Я в детстве считал, что это табуретки. А мне больше напоминают часы. Биг Бен, что ли? Не знаю. Какие-то китайские. Made in China. Типа того. Блин, не повторил твой... Сорвалась. Дважды это вы. Ну чё, хорошо, через эту хрень можно бить. Да. Это единственный элемент интерьера в этом уровне ломающий. Одна свечка жалко. Нет, меня правда удивляет. 30 человек сидит. На СК-2 сидит только один человек, пишет. 5 good game. А, нет, здесь все остальные там. Проезжие. Проездом к нам заглянули. На фейлы посмотрели. Пассажиры. А тут фейлов не так много. Этот ниндзя твой будет в конце самурая. Да-да, я вообще красавец. Ау! О, тигры. Как их там? Так, ну... Я сзади за тобой буду держаться, да? Да-да-да-да-да. Стой, только я попробую его. Не тут. Давай, иди сюда. Нет? Блять. Все, уходи, 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 уходи. Блять. Рано ушел я. Кто? Какого хрена он тебя перекинул? Да я откуда знаю. Ему понравился, я видно. Блять. А почему ты только так? Еще ударов надо, блин, 12, наверное. Ну, в общем, мы его грохнули. Чё? Почему не смотришь, блин, только слушаешь? Этот, их вроде два, да, больше? Да, их только два. Фу, как он развернул и дал! Ой, что-то я затупил. Тоже спрайт большой. Ау. Он... Чё, а меня мало. Тут пицца тоже ж будет. Да, но она будет только одна. Ну, ё-моё. Вот это куски дерьма, блин. Это вообще жуть. Бусы, блин. Да зажимай их в углу, всё. Я пытаюсь. Тоже, им подвалдали иногда получается. У нас на канале сидят люди, которые играют и слушают одновременно. Нормально. Ну все, даже на ноу-домах мы их грохнули. И причем нас так, слушают и попал я по трэш. Я вот так вот их обычно подсекаю. Не даю им прыжок. Я обычно всегда, когда стримы смотрю, я играю еще параллельно. Это мне подарок, типа. Да. Забирайте. На тебе, да. Кто пиццу? Блять. Ты? Ну пицца еще далеко. Я. Ну как далеко? Ну еще потопаем немножко. Вот сейчас тут еще вот этих говноедов немножко помочим, и нормально будет. Мы еще по одной жизни заработаем к концу игры? Да, наверное.
что это, у тебя еще меньше, чем у меня, что ли, теперь? Ну, ёпты. Бендер, ну видишь, раз 26 человек сидит. Бери, 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 бери! Не еби мозги. Все, ну, я сдохну. Ну да, он твой. Да-да, он твой. Поначалу он твой, ну, а там ладно. Увидим. Сейчас, сука. Блин, конченый бот. Это вообще... Мама, я съебываю! Это голова. Газету, тварь. Голова это же... Все, ты голову уже упустил. Она сразу, когда на двоих играет, она сразу взлетает. Мама! Мама! На одного надо побить его еще раз. Я лишнего всегда мочу сразу суперкой, чтобы уже отипается. Ищи эту голову. О! Ай! Мочи его! Да блин, он до тебя докопался, козёл. Так я, у меня мало жизни, вот он докопался. Да уже и у меня мало. А-а-а! Да блин, это... Снимай очко! Давай, его осталось немножко! Ты должен! Да блин, мне сейчас жопа причёт! Я сдох сейчас, ябовый! Голова, блядь! Ты не успел, Дэдсон, я тебя спасти! Забивай, суку! Голова сраная. Ай, блядь, немножко-то не хватило тебя спасти. У тебя сейчас голова черепахи была так поставлена, как будто ты в доспехах этих был. Да. Это ту жизнь одну, блин, тупо, что я слил, это очень. Не тупо. Знаю, до Крэнга нам туго будет дойти. Тут вообще хотя... чекпоинтов не будет, если конт берешь все сначала. Нет. Начинаешь с Крэнга. А, ну да. До Крэнга дойдем, уровень не сложный. Так босс не легкий. Музычка зато здесь просто откровенно. Ну, музычка это самая козырная. Мне кажется, она даже лучше, чем в аркадной версии. Так она вот, смотри, из всей игры вот эта мелодия, она реально выделяется, она не подходит под атмосферу остального музла. Она реально вот, не, вот такой какой-то мотив, вот реально чувствуется, что прям вот такая уже битва действительно финальная предстоит. Ну, финал батл, блин. Так, надо так попытаться, чтобы у нас вышло по 600 фрагов. Тут хотя бы одному набрать 600 фрагов. Да отвали! Да нет, здесь по-моему... Ну, да, здесь... Надо эти будет разбивать... Да, щитов. Вот сейчас не пойдут. Не успел. Не так не разбивать успел. Надо. А как? Их надо так же разбивать, как и шредеры убивают. А, опа. Надо, чтобы... вот будут еще одни, ты станешь вообще в самом-самом краю экрана, а я буду по чуть-чуть скроллить. Тогда можно убить, они не сам не попадают. На двоих тут врагов до хрена. Ну блин, ну... Считай, нам нужно на двоих еще 200 фрагов. Да. Сотка? А, ну да, двоих, да. Ну поменьше, где-то. Я помню, я как-то когда играл один раньше, я помню, я высчитывал, сколько нужно убить. Ну там, в зависимости от того, конечно, как Бакстера Стокмана убьешь, но сколько еще этих крыс убьешь по пути. Я высчитывал, сколько нужно мотоциклистов, чтобы ровно к концу игры вышло еще одна лишняя жизнь. Маньяк. Там что-то около 20, там 3 штук. Ну, не помню. Вот два раза эти пылесосники были. Там вот там петлица и будет, да, капец, как много.
от этих пылесосников. Там вот там петли. Эй, что такое? От этих пылесосников. Кто включил звук на стриме? Че так? Я что-то ляпнул, но пылесосник. Дал. Портил эфир. Все, запорол стрим. Уволен! Блин, я все равно не могу понять, какого хрена Эйприл. Там же, по-моему, кто убивает, того она целует, нет? Нет, она первого игрока целует сюда. Значит, в аркадной, так. Кто убивает, кто целует. В аркадке вроде, да. Блять. Может, возьмем тактику киномана? Не, мы хардкорщики. Мы только по хардкору. Ау! Ай, не туда. Стой, я буду сам скроллить экран. Вот так, понял? Только именно бьешь ногой прям вот в край экрана, и он сверху падает прям на эту дверь. Да кто уже нахренячил? Ну давай я хоть чуть наберу. Вниз становись и все. Ну вот так что? Да, там где я, все, стой, вообще не двигаюсь. Ничего не будет, что ли? Нет. Круто. Я об этом не знал. Я бы еще просто перепрыгивал один раз и все. Ну чё, кому пицца? Тут подожди, тут бьемся здесь, тут экран не скроллится дальше. Видал, как я их четко. После боя берем. Ай, ай, больно. Ну чё? Бери. Типа босс на мне? Тут опять работает, считай, тот же робокоп. Блять, он чё, не сдох, что ли? Блять, в сторону. А вот в аркадке вот эти лазеры, блин, забирают аж 4 чёрта, по-моему. А ты кто-то с интам не да, не там, там тоже лазеры эти. Да там все до хрена отнимает. Они меня вообще на втором уровне уже затроллили. По-черному. Хотя хотя игру все равно без контов прошел. Ну мне это нравится, нет, значит. Да они вот здесь куда, куда более такие динамичные, чем вот кто-то с интам. Там какие-то немедленные какие-то. Вот, не знаю. И вот в этом так на серии вот так, которая вот ну, дебилы. Ну как сказать, он флэш, он там до хрена, кстати, ну, по щам дает. Ну слэш только, наверное. И Рокса из Бибов, они мне все больше не нравятся. Да хотя там кто тактика на всех боссах, блин, слева, ну, кроме вот этого. Ну, вот в сеговской той точке. А сам сейчас это хрень. Там он твой. Слева направо бегает. Главное, забрал пиццу, и он такой, ну ладно, пока на меня смотрит. Ну тоже хардкорщик. Ну ладно, съебни, я помочу. Да, да подожди, пока на меня, у меня чуть-чуть. Да нахрен ты будешь свои тратить, ты потом свои потратишь. Блять. Да ёбаный. Да что такое? Ладно, на лазер не напаривай. Да, ааа, я сейчас напарюсь как раз, нет, не напарился. Блять, не попал я. Красный рыбок валенка. Что-то... Да блять, ну что за хуйня? Как его там зовут? Трок какой-то? Трах. Трах. Да блять, у меня нихуя не получается. Все, мочи твоя очередь. Ну она у меня жизни меньше. А мне похуй. У меня вот и теперь уже у меня меньше. А мы точно воруем тут друг друга? Да. А, ну нам главное этого убить, уже все равно будем с крэнка начинать, да? Типа того. Так, бандит. Блять. Гандон. Да нафиг тебе, у меня столько здоровья. И ты уже просто хочешь побыстрее до крэнка добраться. Конечно, а че толку, мы все равно крэнка не замочим сейчас.
блин, один фраг мне до жизни, надо Крэнга мне убивать. Сука! Шесть. Ой, усаться! Я не посмотрел, надо было этого траха мне тоже убивать. На этом Крэнделе вообще есть тактика? Нифига, я её не нашел. Я тоже. У него реально, как говорит киноман, удары на все случаи жизни. Ты прыгаешь, бьешь супером, и он все равно бьет. Вот. Если ногой он пореже бьет, значит все будет. Вот он ногой часто пинает. У меня была даже тактика, я помню, вот его именно супером стоял в упор, убил, бывало. Так, а я только так и делал. Он часто бывает промахивает. Таким макаром. Вот. Ну там тайминг такой жесткий. Да. Там надо такое то. Какой тут тактики нет, ты не знает, когда он чем будет. Блин, ты бы его побил, а мне оставил добить на брат. Ну тогда мочи, твой фраг будет. Он тебе черепахи тащил. Мы его не замочим. Ну, да, он забегал. Твой фраг, твой! Ой, блядь, шусаться. Я не победим! Ну чё, давай, всё на тебе. Я не Шреддер, так, твой. Так, надо с одного сбить маску. Сбей? Ну это вдвоём, чтобы он не стрелял, короче. И потом... Ты его здесь ещё будешь отвлекать. Я просто не знаю, как на двоих тактику провернуть. Ой! О, тебе повезло, чувак. А вот ты мне повезло! Я вот. Сбил. Все, теперь отвлекай. Да уже нечего. Я успел пешечку спиздить. Хамнюк! Вот и бей его сам. Ну и буду бить. А вот сейчас бы я один, кстати, может быть, с ним управил. Может быть, не спорю. Может, скорее всего, бы управил. Да, блядь. Нажимай вот этого с маской к стенке. И прыгай на него, как я вот бил тех с... Тихо. Спрей. Отстань. Я сам хочу. Вспоминал и по некоторых моментах просто. Меня с ним попадает. Да говнюк он, блин, еврейц. Ай, лошадь! Щетка у меня под всех! Так тебе и надо. Я хотел, чтобы ты сдох. Ах ты злодей! Я хотел, чтобы мы вдвоем прошли. Ну все, все. И, кстати, у тебя твои же 600. Вот лучше бы, блин, я его не убивал все. А вот сейчас бы убил. Ну ты можешь себе 31 фраг 31-го Шреддера убить. Да, молодец. Я говорю, лучший результат у меня был, когда я убивал Крэнга, и мне одна черточка открывала. Или две, ну что-то такое. Блять. Да может его как вдвоем, есть какая-то тактика, может быть. Он на боях успевает поворачиваться, да? Ну я ему не хилов, сандалил-то. И он не хилов, сандалил. Ну чё, мы по жизни что, слили уже? А пофиг-то, блин, тут все равно убивать.
Не, лучше бы я, конечно, с одной черточкой был, ибо Шреддер может стрельнуть по подлу. Блять, я сдох. Ну ладно. Ну чё, у нас по-жидски? Чё, убьём, думаешь, мы этого гондона? И попробуем? Ну, у нас ещё две попытки потом будет, если да. Чё. Два, да, ещё. Значит, ты должен убивать сейчас по 10 шреддеров. Ты чё, молодец! Так, отвлекай этого. Эй, иди сюда, гондон! Я не могу сказать, ты не могу, что он гондон. И он не идет ко мне. Да блин, мне надо к стенке прижать этого с маской. Во-во-во-во. Блин, ну куда он ушел сюда? Потому что я стоял не наверху. Да не получится. Иди сюда, станься. Сука, ну не получится. Ааа! Получается, что-то. Он тупо убегает, почему-то хочет стоять там на месте. Тихо. Бегает. Блять. Встань ты. Да ебаный. Ну, бля, он не опыта тебя так не падает. Да блять. О! Оно. Да, да. Ударил тот козёл. Он тебя просёк. Понял тактику? Ну понял, как он тебя чётко. Да блин. Эй, уйди нахер. Ай! Меня-то за что? Ну это, конечно, так скажем, ну... Ой, блядь, ты заебал меня. Ну снимется с него эта гребаная маска. Блядь, это заебал меня пиздить уже. В общем, даже когда играешь один, если вот тот без маски сзади тоже машет как Шреддер в один такт, то в общем тоже он не попадает. Вот такая тактика, ну, no damage можно убить. А, ты снял всё? Да. Всё. А, ты уж его и убил, блядь. Ну ты вообще монстр. Понял? Нормальная тактика? Ну да, заебись, надо будет попробовать одному-то. Главное, понял, что тот сзади, когда ты не играешь, тоже в тактике с тем Шреддером, и тогда все канает. Прикольно. Ну, затащили. Я думал, хуже будет. И с этим музло хорошее тоже такое. Там еще не... Ой, теперь под этим тоже. Народ все его ждут. Ты хочешь в Манхэттен Проджект проходить? А ты? Я один уже прошел. А, ну если нам с тобой тащить, тогда нам надо с тобой по харду тащить. Еще легче будет. У меня где-то есть. Да мы сейчас его не... Мы по харду не затащим его сейчас. Думаешь? Уверен. Да, это, давай так сделаем. Я сейчас отключусь. Или тогда пилите. Я переключу интернет, потому что что-то мне не нравится, что происходит. Или оставить, я даже не знаю, что делать. Лучше будет, если ты переключишь. Я не знаю. Я так думаю, я просто клевещу на интернет. Хотя, хоть, я говорю, в прошлый раз все было идеально. Может, из-за того, что у нас с тобой... Слишком большая разница. Может и такое. Ну там, блин, Манхэттен Проджект, там цена ошибки суперудара повыше будет, чем здесь. На одной, когда черточке там можно творить чудеса. Ну тогда мы с тобой будем играть сейчас на изи. И с семью жизнями. Ну, можно на нормале с семью жизнями. Что и так. Японку запустите. Изи и нормал не катит, а хард на, ну, на оригинальном роме хард нельзя будет. Не, ну, ну на харде, видишь, мы не затащим, скорее всего, просто-напросто. На четвертом уровне по-любому, если, ну, если
А чё там на четвертом уровне? Ну, чё если там на сложно? Четвертом, то на пятом по-любому. На пятом по-любому сдохнем. И Шреддер на... Если дойдем до Шреддера на шестом уровне, он нас покромсает на запчасть. Ну да. Он может. Да, Зарафа... Я всегда Зарафа проходил ее. Просто... Я говорю, есть небольшой как бы рассинхрон. Ну, не рассинхрон, но небольшой пинг все равно присутствует и лаги. Не всегда все срабатывает. Да и не срывали мою игру. Ну давай на нормале. Давай. Включай пока. Отключай там пока, сейчас. Ты мне скинешь урон? Да. Так, идите.